С понедельника 10 декабря 2018 года на Первом канале стартует премьерный показ 16-серийного сериала «Чужая кровь». В данном видео можно узнать информацию об актерах и ознакомиться с кратким описанием серии сериала «Чужая кровь». Борис и Андрей попадают в плен к местному пахану, в котором Борис с удивлением узнает Петренко. Петренко мстит Борису за прошлое унижение. Лена узнает, что Андрей любит другую, и от отчаяния проводит ночь с его приятелем-сутенером Ромой. Чтобы спасти сына, Олег вновь обращается к Славе Ордынскому. Испугавшись разоблачения, Огарев стреляется. Михаил совершает покушение на Лаврентьева. Лаврентьев в коме, его лечение оплачивает Борис. Вилора знакомится с Олегом и Раей. Узнав о болезни Раи, она отвозит их в Москву. Зиночка устраивается медсестрой в больницу. Рая умирает. Зиночка выходит замуж за врача Игоря и рожает сына Максима. Вилора рада появлению внука. Андрей женится на Лене. У них рождается дочка Анечка. Борис и Андрей начинают свой бизнес. Сдают в аренду павильон на Вешенском рынке. Вилора узнает, что Лаврентьев вышел из комы. Боясь разоблачения, она хлопочет об отъезде за границу.